Добрый день, дорогие волшебники. Чудо свершилось. Димка будет спасен. Мы очень рады сообщить вам об этом в такой день уходящего года. Нашей радости нет предела. Нам говорили, что это нереально, но все случилось. Как вы сами знаете, главное – вера и действие. Мы благодарны каждому из вас и никогда не забудем то, что вы сделали для нашего сына. Но на этом останавливаться мы не будем. На данный момент в России больше 900 больных СМА. И они нуждаются в нашей помощи. Мы разворачиваем большую программу по информированию населения, доведению до руководства страны о существующей проблеме и очень ждем их отклика. Каждый из вас может потратить 5-7 минут своего времени и помочь спасти более 900 человек, таких же замечательных, как наш Димка. От вас зависит их жизнь. Я очень вас прошу пройти в следующий пост и подписать петицию, в которой мы расскажем о том, что и обратимся к руководству страны, чтобы дети были обеспечены бесплатным средствами лечения от этой болезни, которая зарегистрирована в России. К сожалению, на данный момент в России за ноябрь месяц умерло 7 больных СМА. Мы не хотим, чтобы это число увеличивалось. Пожалуйста, помогите нам, наши волшебники, потратьте эти 5-7 минут и подпишите петицию. Это будет огромная помощь для многих сотен детей и взрослых, больных этой болезнью. Мы верим в вас, что мы сможем совершить еще одно чудо. И теперь никто не скажет нам, что это нереально. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Будьте счастливы, любимы и, самое главное, здоровы. Спасибо вам огромное за все. Спасибо. Ваша Тишунина.